Здравствуйте, дорогие друзья, Сильвер Лига. Встречаются команды Отрадный и команды СЛК. В составе команды Отрадный сегодня Шевчук, Павел, Олег, Чайка, Русалим, Шарик, Халиференко, Каденский и Корж. Ну вот Коржа Вадима я еще пока не видел. В составе команды СЛК пока я уверен, Мичук, Микитин, Денисенко, Чумаков, Савельев и Корнеев. На двух футболистов меньше по заявке в команде СЛК. Одна лишь замена. Сразу бросается в глаза, что Кафара сегодня Максима не будет за Отрадный в этой игре, во всяком случае. Шевчук Павел на Шариха, Вадим на Каденского. Шарих простреливал, Савельев на Беремчука. Валентин умудряется удерживать мяч в ногах, Савельев. Шевчук Павел, Шарих навешивает, а нет, Каденский навешивал на Русалима, ну и увидим, что Евгений попробовал достать мяч, но остановить его там до того, как он выйдет за пределы поля, не смог. Микитин отыграл на Савельева. Перепасовались СЛК. Отдельная похвала вчера была в интервью от Стельмаха. Понравилось им, как играли СЛК против них. Особенно капитан команды СЛК Покаёвый. И говорят, что хотели бы сыграть как-нибудь еще. Савельев по левому флангу. Пробегал там Шевчук Павел. Старался осуществить отбор. Но не смог. Шиланд сегодня не смог приехать на игру, но стоит на воротах Халиференко. Знаем мы, что хорошо умеет, собственно, стоять. С этим справляется на ура. Савельев. Анатолий искал поддержки от партнеров. Никого там не было. Шевчук Павел на Каденского. Шарих. Русалим обыгрался с Вадимом. Каденский. Аккуратненько до верного, ребят. Шарих на Шевчука Павла. Русалим. Ну, в целом, понемногу подбирается к воротам СЛК и тут же пытается СЛК где-то найти свой момент для контратаки. Удар с носка от Павла без подготовки, таким эффектом неожиданности. Кремячук на вынос, Русалим просто вперед. Виталик, ну работай ногами, вот он. Да, блядь, он убежал. Да он туда не отдаст. Сразу, каждый нашел игрока. Каждый себе нашел игрока. Держи, держи. Олег, ты встречаешь. Держи, Женя, проверь. Отлично. Каждый своего. Каждый своего. Женечка, убежи, Женя. Беремячук на Покаёва. Хорошо. Александр хорошо пробросом. Бил в дальнюю штангу. Алиференко классно достаточно. Достаточно классно прочувствовал ситуацию. Беремячук. Корнеев. Давай, Шарих на Шевчука, снова Вадим.
Если мне память не изменяет, в первом круге как раз таки выиграли Отрадный. Очень хотели победить команду СЛК. Ну и сейчас я думаю, что СЛК хотели бы, собственно, сделать такой ответ на первый тур. Демичук. На Савельева. Анатолий там раскачивал. По всей видимости, либо повреждение не дает играть на все 100%, либо разочарован действиями. Чумаков. Хорошее ускорение от голкипера. Как мы видим, неожиданно. Вадим ворвался в поле. Но, правда, отдать передачу некому было, поэтому, собственно, и протягивал аж до самого центра. Чайка. Перемечук. И удар от Корнеева последовал после. С запасом там касание было игрока команды Отрадный. И угловой у нас сейчас. Корнеев на Микитина. Снова угловое. Третий раз к ряду. Русалим. На Шевчука Олега. Чайка. Шарих. Боролся Шарих по флангу. Но видим, что отбор состоялся. Там не столь прям специальный и запланированный, но все же. Корнеев. Хороший выход из-под прессинга от Отрадного. Русалим. Диагональный пас. Не успевает за ним Евгений. Чайка. Микитин на Денисенко. Денисенко на Гельприна. Валентин. На Микитина. Давай. Ничего, давай. Шерих. Обыгрался с Чайкой. Снова Шерих Вадим на Русалима. Как я вижу, последним просто остается Вадим. Таким защитником, который зачастую много передач друг другу. И вот сейчас классный пас выдает на Чайку. Не удается Евгению переиграть Чумакова. Вадим, конечно, достаточно опытный игрок и у нас в турнирах, и в целом вообще. Хороший выбор позиции позволяет свести на нет этот момент. Русалим на Чайку. Шарих. Вытаскивает этот мяч Чумаков. Прям в ворота летело, лично мое мнение. Малиференко. На Каденского. Шарих. Денисенко на Микитина, снова Денисенко.
Шарих на чайку. Русалим. Шарих Вадим. Хороший пас в разрез пытался там отдать. Ну и сильный удар с правой ноги. Мяч вылетает за пределы поля. Далеко-далеко. Каёвый. Беремичук. По Каёву Денисенко. Очень осторожничает. И одна, и другая команда в атаках. Особо как-то так прям открыто. Никто не готов пойти вперед. Я держу сюда. С Максом раз-два. Назад. Чумаков. Вадим на Микитина. И вроде бы вот они, те самые моменты, которые так любит Валентин Веремичук. Ну, по-моему, поехала опорная нога и немножко дернулся. Чайка на Каденского. Хороший пас вперед. Чумаков будет водить этот мяч. Вадим вбрасывает. Русалим. Шарих на Каденского Антона. Перемудрил здесь Антон, но хотел сыграть красиво, не получилось. И тут же, казалось бы, есть повод попытаться организовать свою контратаку у команды СЛК. Но нет, не тут-то было, не так это просто сегодня сделать. Денисенко пробивал с левой ноги. Немножко мимо, немножко не точно. Шарих. Точный пас на Антона Каденского, он же в оббегающую зону, оббегающую от чайки, где Евгений не успевает, слегка не успевает, чтобы как-то обработать этот мяч. Беремичук на Савельева. Каёвый. Беремичук, Валентин. Жека, выше, Жек. Да, там. Фим, Валик, Фим, Фим, ниже. Я? Сюда, Валик, Валик, давай, давай. Шагом вратарь Григорьева. Не бросай. Хорошо, Жека. Еще раз. По игрокам сразу стали. Оля, Оля! Денисенко. Савельев. На Беремичука. Каёвый. Савельев. На Денисенко. Не ладится игра у нас, друзья, сегодня у СЛК. Организованно отрадный подошел к этой встрече. Каденский. А рикошетом мяч выходит за пределы поля и угловой. Должен быть. Зачем Ренат закидать, Нечки? Братан, по-другому не мог. Ну, закрутить вот так с углового непросто. Чумаков там где-то в середину выбрал. По зоне опасности, если можно так сказать. Найс от Вадима. Денисенко удается отобрать мяч. 3 в 2, казалось бы, могли сейчас начинать эту атаку. Можно, Женечка, можно? Чайка. Двоих удалось обыграть. Но Веремичук хороший отбор осуществил.
Зеленый. Да, да. В Каевой. На Савельева. Да блять, как поле! Савельев пробивал. Ну, удар прямо на Антона Каденского, если не ошибаюсь, направил. Каденский на Русалима. Пробрасывал Евгений, попробовал на скорости пробежать. Видим, что Денисенко готов к этому спринту. По игрокам сразу. Паша, зайди игрока, Паш. Савельев. Хорош, хорош, Паш, лечь играть, если я не могу. Я последний. О, Катай! Хорошо, бегу. Каёвый. Казалось бы, точный пас дает на Веремичука Валентина в разрез. Да что ты свистишь, сука, на мяч вышел, блядь! Ты меня кричишь, на ту, я лёг. На мяч вышел, блядь! И Чумаков ненужную желтую совершенно карточку получает. Паша, за игрок, Паша! Зачем? Зачем эти эмоции проявляет Вадим, один вратарь? Нет, я не знаю. Вадик, Вадик. Каденский. Удается отбить Вадиму. Каёвый. Кремичук. Умничка, Жека, умничка. Здорово, здорово. Смотрим, руками держит. Денисенко. Ну, по Каёва. Александр сбрасывает снова на Денисенко. Навес попытки туда на Валентина. Рассчитывают, что Веремейчук найдет сегодня какие-то свободные зоны. Забьет очень нужный гол сейчас, чтобы как-то передохнуть морально. Ну вот он шанс. И тайм-аут за 3 минуты до первого нашего перерыва. Серих на Каденского. Вадим. Снова отыграл на Антона. Дмитрий Корнеев принимает. Хорошо. Ну, послабоват. Поперечный Антон очень технично тут пробовал обыграть двоих. Ну, на втором как раз таки спалили. Вратаря пойди на фото. Один лад. Женя, встань, да, Женя, влево. Сразу тогда штрафной зоны. Влево. Шерих. Штрафной удар, очень сильный удар направлен в стенку. Ну, Корнеев заблокировал его. А вот, друзья. Шерих на Каденского. Антон с мячом.
открытый, неудобный удар. Чайка. Точный пас от Антона Каденского на Чайку, но не идеально принимает здесь мяч, поэтому какого-то острого ответа мы не смогли увидеть. Шарих. Вадим. Никитин. Аут. Не удается вытеснить здесь. Каденский Антон на Чайку. Евгений на Шериха, Вадим. Шевчук Павел. Идеально в этой ситуации для себя принимает. Ну, правда, хорошо Вадим отбирает. И тут же можно разгонять атаку. Видим, что Павлу достаточно скользко сегодня. Микитин. Конечно, тот, кто не в сороконожках, имеет все-таки не ту возможность делать хорошее ускорение и в целом себя чувствовать комфортно на поле. Много тырций, только в сороконожках, будем так говорить, позволительно полноценно играть в футбол. Савельев. Микитин открывался, ну и Вадим достаточно жестко и уверенно ставит корпус. Шерих. Савельев. 12 секунд до конца первого тайма. Я думаю, что 0-0 этот счет как раз закономерен. Микитин. Отдавал на Анатолия. Готовы были там отобрать. 0-0. И первый тайм, собственно, закончился. Прозвучал свисток, Найтерс уже разыгрывали СЛК, и 20 минут до абсолютного решения этого 10-го тура, кто станет победителем в этой встрече. Отрадный СЛК. Покаевый. Микитин навешивает на Гельприна, попробовал Валентин перевести мяч. В целом неплохая попытка. Шерих. Вадим на Каденского. Чайка. На Шериха. Вадим против двоих там старался как-то просочиться. Видим, что он продолжает мяч отрадный контролировать. Сброс на Чайку. Удар не решился с первой попытки делать, второй уже смогли заблокировать успешная СЛК. Каденский. На Шевчука. Шерих.
Перемечук, Валентин успешно отбирает мяч, сейчас хорошо разгоняет атаку. Алиференко выбегал, делал все возможное, но Валентин тут просто неостановим, как мы видим. Успешное действие Веремичука Валентина позволяет выйти вперед первым как раз таки команде СЛК. Закрытый футбол, непривычно закрытый футбол от Отрадного, который на самом деле позволял команде СЛК создавать какие-то моменты. Но вот сейчас я думаю, что гостям этой встречи будет комфортней создавать момент, так как внимание Отрадного будет все-таки акцентироваться как раз таки на атаках. А значит, будет появляться больше свободных зон в контратаках у СЛК. Никитин очень уверенным точным ударом забивает сейчас с передачи Покаевого Александра. Разыграли Отрадные. Но вот только лишь немного совсем открылись как-то эмоционально этот гол сказался. И я думаю, что повлияло сразу же на защитных качествах Отрадного. Понимает, что нужно где-то искать гол, и тут же и пропустили второй. Шарих очень хорошо игра. На втором этаже не дает как-то зацепиться там Валентину. Отчасти перекрыл полностью в первом тайме какие-то действия от Валентина. Да, пару моментов было, но в основном это с навесов, прям с идеальных. И попробуй переведи. Я помню удар в дальний штангат, который вытащил Алифили. Как раз на третьей минуте и записали это как возможный топ-сейв. Покаевый. Каденский. Антон контролирует мяч. Вадик слева есть. Олег остался. Слева, да. Мадает точно на Шериха. Вадим идеально сбрасывает Антона. Зачем там отдавал передачу Каденский? Непонятно. Лучше бы бил. Каевый. На Микитина отыграл на Савельева. Гремячук снова на Савельева. Хорошая ударная позиция. Забивай сейчас. И Анатолий с очень острого угла. Но все-таки считает, что на пустых воротах не забивает. Иди быстрее! Сам быстрее! Время, Саня! Передержали, откровенно говоря, СЛК. Это аут теперь на стороне Отрадного. Шерих на Каденского. Шерих на Чайку. Вадим. Разрез снова на Чайку. И как же классно, симпатично принимает этот мяч Евгений Чайка. И забивает гол. Ребят, повнимательнее, ребят. Сразу разобрали. Ось справа. Шевченко, Олег. Отложенный. Чайка на Каденского. Ну и там какой-то черпачок носком. Или попытка ударить с пыра, с носка, не знаю. Олег, право, Олег. Покаевый. Александр не спешит со своими действиями. И вы все в одну кучу, пацаны. Забрали игроков. Савельев. На Александра Покаева. Каждый нашел игрока. Олег Свадяшин. Чайка, найди игрока. Вадик, перебей, Вадик. Считай, время. Каевый
на Савельева. Олег остался, Олег. Чайка, будет ли обыгрывать? Обыгрывал, но видим, что Чумаков там хорошо видел ситуацию. Хотя с этого ракурса мне показалось, что он вообще вряд ли там что видит момент удара. Ну, сориентировался, отбил. И какой момент сейчас забивает команда СЛК Савельев. Снова, будем так говорить, возвращает. Он два мяча преимущества. Ну а Микитина дал голевую передачу. Быстрее, мужики, быстрее меняйте. Один, давай, еще два, давай. Снимайте, давай. Быстро, мгновенно разыграли отрадные. Шерих. Сильный удар. Олег, с ним, Олег. Чумаков. Очень далеко забрасывает. Тут Олег Шевчук первый, конечно же. Чайка сбрасывает на Олега Шевчука. Каденский. Снова на Чайку. Денисенко. Сваливается мяч с ноги, Гельприн там как-то пробил, но, откровенно говоря, едва ли не в аут. Алиференко. Денисенко. Короткий пас, казалось бы, отдает на Корнеева. Мусалим. Хорошо выходит из ситуации на Чайку. Чайка на Каденского. Чумаков на высоте. Каденский на Алиференко. Альперенко точно в центр на Чайку. Чайка на Шевчука, Павла. Сейчас стараются выше поднять планку, темп перепасовок отрадный. Ну и, конечно же, появляется местами и брак. Потому что попробуй быстро вот так перемещайся и не ошибайся. Это непросто. Игрочками каждый, Паша, ниже. Корнеев. Ты смотри, да рукой же держит, блядь. Не, Леш, не, братарю. Денисенко. Вбрасывает Алиференко. Очень точно на Чайку. Обработал мяч Евгений. Хороший качественный отбор от Гельприна. Веремичук. Белый отложенный. Прекрасный пас отдал Валентин. И... Игрокам стали. Давай, пять. Валечка, пойди в дальний, Валя. Валик, дальний, Валя. Пошли в дальний, Валя. Вот остаите. Один, пойдите в дальний, кто-то. По игрокам стали, ребята. Данисом прострели! Пожалуйста, блядь, Вадик! Много комментариев сейчас и у одной команды друг к другу, и у другой. Прежде всего, недовольная игрой. На самом деле, такая равная матч, в котором много борьбы. Ну да, сейчас СЛК лидирует. Сейчас счет 3-1.
Но это огромным трудом достигается. И вот супер момент у Евгения. Денисенко. Каденский. И сразу Иерусалим головой хотел переправить в сторону ворот. Немного не точно. Шевчук Павел на чайку. Евгений хорошо цепко зафиксировал мяч в ногах, отдал на Иерусалима. Но тут Валентин отбирает мяч. Иерусалим на Каденского. Шевчук Павел на Алиференко. Быстро разыгрывает свой аут. Сейчас СЛК. Хороший перехват от Шериха. Вадим. Снова Чумаков. Хорошо отбивает. Тут штанга у нас. Или выручает СЛК, или мешает отличиться от ранному. Каденский. Дается отбить Чумакову здесь. Перемечук. Шевчук Павел на Иерусалима. Снова Шевчук. Антон, точный пас на Иерусалима отдает, но как же неудачно для себя принимает этот мяч Евгений Иерусалим. И как много споров сейчас. Она снова наблюдает за произошедшим и происходящим, так как у нее скоро свой матч. Грамотно, на исполнении, на технике. Но зачем тут Микитин набивал? На самом деле, если бы знал Павел, я думаю, что мог бы и забивать в этом моменте. Каденский на Русалима. Чумаков фиксирует мяч. И как же точно забивает у нас гол сейчас Чумаков. Решился он пробить и пробил. Собственно, на воротах не было Сергея Алиференко. Что ты остался здесь? Не проходь. Прошло, блин. Вот если низ, низ. Давай, пойди пошли. Давай, я спокойно, все нормально. Русалим на Шевчука Павла. Хорошо Евгению удалось закрыть корпусом. Вот Денисенко мяч. Ну, правда, просто статичные СЛК были. А вот Евгений борется, ищет в себе силы. Продолжать. Атаковать. Денисенко. Каёвый. Беремичу. Собрать одним мяч. Давай, Санечка, назад! Шевчук Павел. Беремичук на Покаева. Александр обыгрался с Валентина Беремичуком. Сильный удар от Шевчука. Играл на Каденского. Ну, очень непросто находить эти мячи. Да, и я скажу так, что и непросто обороняться сегодня, как минимум. Команде СЛК, но и отрадному тяжело добываются мячи.
Попытка пробить, он пока его не дает. Собственно, свободно это сделать. Каденский. Антон Каденский. Хороший дриблинг. И у нас, по-моему, повреждение получает. Очень жестко там, на самом деле, Чумаков решил сойти в отбор. Вадик шире, Женя на левую штангу, Жек. Сильный удар, прямо в Гельприна приходится. Каденский. Есть 3 секунды на принятие решения. По диагонали как раз был второй судья. Ну и Шевчук получает желтую карточку. Тоже за разговоры. Олег Шевчук, хорошая попытка пробить слабоват. Удар, видим, что Чумаков там неполноценно может продолжать играть. Там хорошенько похрамывает. Чумаков, дальний заброс. Водящий, бьющий, разобрали сразу. Савельев. А мне пас так назад. Давай назад, бей. Чайка на Каденского. Олег Шевчук. Вот он момент, где можно забивать, но видим, что с левой ноги не так хорошо удары. У Шевчука. Корнеев. Куда навешивал здесь? По всей видимости, на Гельприна. Ну, я понял, ни тот, ни другой недоволен своими действиями. Корнеев навешивает на Гельприна. Шерих. На Каденского. Антон снова перебрасывает. Но есть кому подстраховать зону ворот. Чайка. Скрытый удар. Не знаю, видел ли момент удара Чумаков. Хорош, Саша. Берег, да.
Валиференко. Всего 60 секунд до свистка остается совсем, будем так говорить, немного. Корнеев. Микитин. Савельев. Да как он же выиграл? Давай назад! Ай, Тоха, извини. Хорошо опережает Шевчук Олег. Можно отдавать передачу на Каденского. Точно отдает. Но вот он момент, где нужно забивать. И Олег Шевчук это делает. С передачи Каденского Антона. Под самый занавес на 39-й минуте. Счет удается сделать 4-2. Звучит свисток финальный. 4-2. Победа команды СЛК в этом 10-м туре.